сейчас на сцене выступает группа «Русская банджа». Никакого отношения к банджа не имеет, никакого отношения к кантри-музыке не имеет. Играют сумасшедшую музыку, Юрка на балалайке чешет замечательно. Первая пьеса, которая послужила названием. Ну и вообще манера развлечения и наш подход как бы вот не балалайшный, а именно банджевский. Сказал, что балалайка не джазовый или рок-н-ролльный инструмент. С ее помощью можно передать тончайшие переживания человеческой души. Каждое выступление русского банджо показывает красоту и уникальные возможности этого инструмента. Джаз, классика, фолк, нью эйдж, свинг, кантри. Балалайка. Я люблю ее.